Ребят, всем привет еще раз. 30 число. Целый день видео пишу для вас. Еще одно видео. На этом, наверное, сегодня надо как-то уже останавливаться. Хватит. Итак, 21 год мы очень круто проводили. Анатолич тут набедокурил. Дальше некуда. Да и все ребята молодцы. Получил посылку с эспандерами. Ну, мы называем это эспандеры. На самом деле это реабилитационные кольца. Реабилитационные кольца Воронцова. Вот я поверну. Вот сюда поставлю. Вот такая посылочка. В общем-то. Буду разрезать. В принципе, мне инвойс не нужен. Много колец для вас приехало. И экспериментальные кольца. Значит, я вам буду показывать, что я буду калибровать. Это значит кольца 45-50. Но я не буду доставать, в пакете лежат группа товарищей. Вот это примерно, это уже на мои килограммы. 64-68 упаковочка колец. Огромное спасибо ребятам за кольца, за работу. 52-58, то бишь получается, ребят, 45-68. Вот три упаковки. И главное, самое главное, я ставлю сюда. Будем сейчас посмотреть. Вот такое слово. Тест. Коробчонка пустая. Вот сюда мы ее бросаем. Тесты. Здесь должны быть, ну, очередные, уникальные кольца. Именно, ребят, для вас делается, ну, что-то невообразимое. Давайте я, ну, так будет, наверное. Здесь должны быть кольца. Какие-то и немыслимые, и мыслимые, и чересчур немыслимые. Ну, это вот огромное количество колец. Огромное спасибо, большое спасибо от всех. Ну, тут должны быть, я сейчас выберу, просто, ну, какие-то кольца. Просто должны быть какие-то вообще не сжимаемые. Так, вот это сюда. Нет. Вот. Ну, это сжимаемое. Это тоже сжимаемое. Так. Это сжимаемое. И это. Значит, вот я выбрал 4 кольца. Они не подписаны. Абсолютно не подписаны. Ну, давайте посмотрим вообще, как бы хотели эти кольца. Ну, с той же пандой. Вот она. Пандочка. Ну, кольца, чтобы получились. Очень тяжелые.
Давайте посмотрим. Значит, что касается давления. По всей поверхности или моей планкой? Планкой я давлю, как имитация двух средних пальцев. Они закрывают, в принципе, колечко. Не вся кисть, она не может, все пальцы отработать не могут. Но в силу того, что кольцо, форма такая. Поэтому правильный более замер будет, когда мы давим двумя средними пальцами по поверхности резинового кольца, а указательные мизинец они дорабатывают. Ну, давайте посмотрим, что у нас получится по калибровке. Восемьдесят четыре килограмма. Получилось вот это кольцо. Но я не знаю, ребята, как его, какой силой надо обладать. Вот я убираю. Здесь даже ничего не написано. Вот здесь я напишу 84 килограмма. А все остальные мы посмотрим. Ну, сейчас самое главное откалибровать вот эти вот монстры тяжелые. Панда. Здесь надписи никакой нет. И поехали. Огромная нагрузка, конечно, и даже тащить, в общем-то, тяжело. Кстати, вот это кольцо, наверное, под 90 будет. Просто удержать очень сложно. Приспособы-то нету. Здесь давайте я попробую. Так вот поставить. Заново. Тащу колечко. Да, сотня. 99. 98. Вот, оказывается. Вот оно. Вот оно кольцо. Вот колечко, на нем я напишу 98 килограмм. О чем и разговор шел. Ну, 98, я не знаю вообще. 98 килограмм. Откладываю я его сюда. Затем сделаю я надпись на пакете. 98 килограмм, ребят. Ну, опять панда. Смотрим, что эта панда покажет. Так. Итак. Значит, даже можно и сотню выдать. Нифига себе. Десять, ничего-то я не понимаю. Это что-то совсем криминал. Совсем криминал. 110 килограмм. Ну, да. Да, ребят. Вот это колечко показало 110 килограмм. Вот видите, она матово покрылась. Это мыло выступило. Вот я его обтираю. Вот это кольцо. Ну, 110. Значит, кольцо 98, кольцо 110. Я еще верну еще раз вот это колечко на калибровку, которое 84.
Может быть что-то на калибровке не так. Так. Нет, 84, 86, но лучше 84. Лучше меньше, 84. 84, 98 и 110. Вот это 84. Ну и крайнее кольцо из монстров, скажем так. Потому что, ну, те кольца, тут сколько еще? 2, 4, 6... 7. Они съедобные. А вот это точно не съедобные. О! Ну, это тоже будет. Тоже панда. Значит, ребят, можно получить кольца и 110. Понятно, что это вообще ни для чего, скажем так. Ну, это баловство. 80 это уже слишком. 90 незакрываемо. Я не думаю, что кто-то в мире закроет 90 килограмм. А 100 и выше. 106. Я разложил кольца, чтобы подписать. Не забыть. Еще раз спасибо кольцам Воронцова за такое отношение. От группы «Стальной хват России» вас с наступающим Новым годом. Итак, 106 99 110. Ну, 86 показал, 84. Вот такие 4 уникальных кольца. Ну, конечно, вот это вот, которое 110 показало. Слов нет. Спасибо еще раз огромное. Я сейчас подпишу здесь фломастером. И еще завтра приду, сниму вот про эти, на тест, про эти кольца. А 45, 50, 52, 58 и 64, 68 мы откалибруем. Все, вот такое видео, вот такие экспериментальные кольца, ну 110, конечно. Это ахтунг полный. То есть с 80 работать невозможно практически. На количество, допустим. Ну, на раз там есть, кто пожмет в мире. А 110 таких точно нет, ребята. Все, спасибо огромное. Кольцам Воронцова. Всех с наступающим. Встречаемся в обители. Пока.